А это куриная котлета? Куриная, если не говяжья, это тефти. Ну, куриную котлету и рис. До которого часа вечера? До 8. С 9 до 8. Только пораньше, хотя бы без 15. Да. Вот и обед. Два борща, две котлеты с рисом, два хлебушка. 180 рублей. Бюджетно, но очень вкусно. Хорошая столовка. Рекомендуем.